Иван, очень приятно видеть вас в городе Героя Ленинграде. Благо, на днях День Победы мы отмечали. Я поздравляю всех петербуржцев с этим великим днем и с предшествующими великими праздниками и свидетельствую о своей любви к городу. Вот скажите, пожалуйста, нам тут разведка донесла, что вы не случайно приехали на регби, что у вас часть жизни как-то спортивная была связана с регби. Это правда? Да, в детстве, ну, мы жили в таком, на окраине Москвы, у нас Красный Балтиец, и сначала была легкая атлетика, а потом ее убрали, и появился тренер регби, а бедный так, ну, стадиончик-то бедный, вот, и мы все стали ходить на регби, ходили недолго, играла шестым номером, вот, потом это тоже разогнали по каким-то идеологическим причинам, а потом разрешили использовать поле команде регби, на нас, глядя на детей, стали солдаты, а рабочие играть. А там рядом завод какой-то, ну, металлургический, не металлургический, а железо, железяки, короче, тяжелые паяют. И мы стали приходить через какое-то время, завороженно, у нас прям целые вечера проходили, смотреть, как вот эти здоровые масластые, прям, это было прекрасно, вот, с точки зрения, как римские гладиаторские бои. К ним приезжали такие же кузьмичи, значит, из Ирландии, ну, рабочие же играют в основном. И, конечно, это такая романтическая часть, составляющая моей памяти. Но это все-таки металлургическое производство там требует здоровых мужиков. Ну, здоровые, да, и были, да. Мы хотели все тоже быть такими, вот прямо они были определенные. Еще что отпечаталось. В общении с ними для себя открываешь, они очень открытые, добрые люди. Очень редко встретишь какую-то заразу. Можно, как по любому общественном институте. Но в основном это в силу того, что они сильные. Постоянно вот это у них, ну, драйв какой игры. Дядьки-то брутальные все, в основном добрые, сильные, добрые люди, вот прям мощь. А вот скажите, у вас все-таки, вот, когда мы следим за вашей жизнью, творчеством, у вас жизнь очень сложная, насыщенная, событий много и так далее. Как вам удается все успевать и не уставать? Как вот сегодняшнее ваше отношение к спорту, к физкультуре? Как у вас утренний начинается с гимнастики или побежали утром сразу? Минимум тайцзи я делаю, минимум. Если нужно железо, если где-то что-то уже тянет, то пожалею. Если вот вообще ничего не делаю, то есть если я нет выходных впереди, потом стараюсь в течение дня, если появляется возможность, больше ходить, там 13-17 километров у нас средняя, у нас рядом лес. Вот. Если получается раза два в неделю на железо, если получается разок в неделю плавать. Раньше получалось татами, но сейчас не получится, потому что, ну, это надо два раза, считай, вот, на два дня из жизни убирать. А мельком оно больше травматично, чем полезно. Это вот кто занимается боевыми единоборствами, понимает меня. Другие виды спорта – велик. И мы любим скалы, мы везде ездим в отпусках с семьей прям, ну, не канонический альпинизм, а именно скалы, вот такой активный форс-мажорный туризм. Вот. И получаем гигантское от этого удовольствие. Увлекли многих друзей. Вот. А вот для себя, лично для себя тайцзи, что-то из корейской практики, там солнышки, какие-то простые вещи, что-то из арабской практики, там, я не знаю, когда брюхо очередной раз отжираешь, а мужчина в возрасте должен иметь брюхо, потому что это взрослый самец, длинная охота, все логично, это вообще стеснений нет. То есть чисто мне по статусу я не могу быть как хлыщ, как человек-росомаха. Но если надо часть прибрать этого величия, то есть планка, это арабы придумали. Мне мой мастер просто наподбирал каких-то таких, когда совсем ничего нельзя будет, и вот минимум. Вот. И, конечно, если можно стоять, нужно стоять. Не нужно садиться, не нужно ложиться. Чем больше человек в день стоит, тем лучше. Как это ни странно. А продолжая вот эту цепочку питания, у вас жена кормит, как говорится, как хочет, и что она делает, или как-то подстраивается под ваши потребности, нет, чтобы вы всегда в форме были? Она пытается сделать мне иногда приятно, но она знает, что я абсолютная свинья в плане еды, но я такой потребленец. Вот если выбирать что-то, это жирная кастрюля ребрышек свиных или тушеные в скороварке. Это жареное, значит, мясо без крови, это все много, это все жирное, и главное, чтобы посолено, все остальное не главное. Так же, как в алкоголе, я ценю сам момент, что вот
что был я, а вот теперь это и вроде как не я. А все остальные вот этот букет, я могу объяснить, могу понять, могу оправдать, наврать могу. Но мне нравится пьянство на стадии отравления, поэтому я очень-очень редко пью. И с едой также. Но она иногда все-таки, зная всю мою хищную природу, дурацкую, она все равно приятненько-то пытается сделать. Она там что-то тушит какие-то, доказывает, что она вот любящая мать. Хотя сама мясо она не ест. Она вот лет уже 25 не ест мясо. У меня дети очень редко едят курицу. То есть они как-то уже мы не принуждаем, не навязываем. Если захотели бы, сами изготовили. Только один человек в семье, Анфиска, стал есть мясо. Ну, какие-то диковины они едят. А вот так у них в основном рыба и овощи, рыба. А я мясоед, я прям так. Но у меня хорошо, у меня организм такой. Я отжираюсь в треугольник за 2 недели и назад так. Главное не есть. А скажите, вот ваши ребята какие-то имеют спортивные пристрастия? Кто-то, может, серьезно спортом занимается? Да, Вася и Сава, сыновья, ходят на Маотай. Вася сейчас вот должен какой-то там чин получить маотайский. Уж не знаю, как у них это называется. 3 раза в неделю, Сава 2 раза в неделю. Сава еще ходит в бассейн, Вася уже походил в бассейн. То есть, я очень так системно. Я сначала отдаю на борьбу, чтобы когда скользишь, умели падать, чтобы не поломаться по дурости. Потом я на Буцкого отдаю, чтобы ударчик поставить изначально по геометрии детского тела. Груша. Потом я отдаю на плавание, чтобы фигурка была хорошая. Потом забираю, чтобы они не успели позвоночник испортить. Потом они выбирают сами. У вас целая методика, я смотрю. Я личный пример. Опыт. Я посмотрел, что самое лучшее. А хорошо же, я могу им приказывать. Иди туда, иди, все идет. А скажите, а теперь вот тема, которая, наверное, более близка вам. Вот кино наше, да, отечественное. Ага. Началось в Новый год. Это с феноменального успеха одного спортивного фильма о баскетболе. Потом появился фильм «Лед», который тоже очень много денег завоевал, популярности. Потом фильм Данила Козловского «Тренер». Тоже, говорят, все ходят, я, к сожалению, пока не видел. Вот в чем вот эта такая штука, что вот народ валом повалил на спортивные фильмы? Наверное, удручает наши успехи сегодняшние, футбольные. Не вкладывает, да. Или решили про историю смотреть? Не, наш народ такой, он абсолютно уверен в окончательной, бесповоротной победе. И то, что это сейчас не происходит, просто некогда. Вот у нас народ не такой, что в чем-то сомневается. Ему нравится, он неотъемлем от природы, от нашей гигантской, красивой, разнообразной природы. Вот все-таки здесь такая физика больших величин решает. Массовое, бессознательное. Просто уже такое количество было вариантов сюжетов всяких трюков, в том числе компьютерных, что глаз у народа замылился на драконов, на красоты, на пиратов карибского. Все они видели это. И они боятся, что им покажут что-то, что испортит прежние впечатления. И поэтому, когда появляются фильмы вне вот этой культуры, вне этой вселенной, военные фильмы, там о спорте. Им это нравится, потому что там тоже есть интрига, драма, конфликт. Но при этом это им близко, и это чуть-чуть другое. Пройдет время, не будут снимать. Это все временно. Про спорт тут снимают, забудут. Космос сейчас снимают. Почему снимают? Потому что заказали компьютерную модель для одного космического фильма. Тут сняли, советского, российского. Тут сняли. Не выкидывать, денег-то получено. Второй сняли, третий, сейчас пятый будет. И вот так 7 снимут, тоже забудут. А потом в прежнем порядке, потом еще чего-нибудь, какая-то сфера жизни будет. То есть нельзя очаровываться на предмет, что вот постоянно так будет. Так не будет постоянно. Хорошо, мы стоим сейчас на регбийном поле, да? Угу. Где завтра начнут команды состязаться на Кубок Европы. Что надо произойти такого в истории регби, чтобы у вас, например, появилось желание снять фильм о регби и самому сыграть? У меня есть желание, я знаю, как сделать это. Это нельзя делать одним фильмом, потому что это команда, это командная игра, это коллективная составляющая, вот это сознание, это корпоратив, вот этот внутренний, сердечный, он очень важен. Если донести до зрителя вот эту штуку, это, знаете, как в большой компании чувствуешь себя спокойно и радостно. Это как эффект барбекю или
по-разному можно. Эффект туристической команды, эффект отряда. И вот все вместе тебе нравится, что ты принадлежишь к какому-то маленькому сплоченному сообществу с общими корнями. Тебя, да, это базовый инстинкт, это все вместе. Надо снять, кажется, художественный сериал, но художественный не теле, не мыло, а вот эту законченную форму, там, на какое-то количество, с очень выверенными судьбами каждого из регбистов, строить не на игре, игра должна все время присутствовать, но не на игре, и на, не на человеческих отношениях. Внести туда нужно левую интригу, вот глупую можно внести, там, похитили миллион или нет. Значит, Рокфеллер сказал: умираю, все, я отдаю главному выигрышному, кто чемпионат мира выиграет вот по регби, чтобы в России это было на Петровском. Вот такая чушь, да, должна быть чушь, но должна быть понятная зрителю, он быстро, зритель быстро принимает условия игры, ему художник предлагает, он, да, согласен, что же дальше? А дальше, ну, все напряжения, волей-неволей, надо увлечь по психологическим законам зрителя, чтобы он не мог глаз оторвать от интриги внутри самой игры, чтобы ему игра нравилась, как покер, как вот, как, знаете, когда становятся маньяками на чем-то, вот заманьячить зрителя, это можно сделать, но для этого нужно, как, для этого нужно все-таки вышестоящие, чтобы организации сказали, ну-ка, выделить из Министерства обороны 100 миллионов, ну-ка там это... Этим решается. Дать стадион, чтобы снимали, там, отстройте такой же, чтобы снимали все время. И вот прям сделать сезона 4, и потом из всех этих ребят, там они разойдутся, артистов можно набрать. У нас ребят спортивные, поджарые. У меня племянчик есть артист, кстати, такого же возраста, 25 с лишним. И у него весь театр такой. То есть можно набрать регбистов и сделать прям национально такой фишкой. А если плотину прорвет, где столько стадионов найдем? Построим. Мы, у нас вообще, мы себя недооцениваем. Мы бесконечно, Господь нам дал столько, что мы можем все сделать абсолютно. Ну вот вы дали хороший повод похвалить у нас самих любимых. И будем надеяться, что вот этот сюжет увидит, скажем... Господь Бог? Нет, я имею в виду Шойгу. Шойгу, кто-то, да. И скажет, а неплохо, на самом деле, идея Регби хорошая. Регби – обалденный выбор. На самом деле, он недооценен только по одной причине. Он не участвовал в Олимпийских играх. Все вот сейчас это изменили с регби-7. И это главная заслуга регби-7. Ну, помимо того, что регби всегда был достойный. Но сейчас он может олимпийским быть. А там, где олимпийский, дальше профессиональный, полупрофессиональный. Там деньги, там на раскрутку. Там есть опасность свалиться вот в тот срам, который с футболом, с нашим происходит сейчас, но это больше подиум, это вот, ну я не знаю, как-то при мужики приходят, неудобно футбол уже смотреть, типа как Лебединое озеро, там миллионеры бегают, и мы про них знаем такие вещи, которые нам знать и не надо, а регби все прям вот, все задатки есть, семейственность, брутал, значит, люди, кстати сказать, большей частью не профессиональные спортсмены, то есть они вот, ну, с ними живая жизнь вокруг, они больше экстраполированы. Там футболист, это рок-звезда Элвис Пресли. Он не здесь, он больше, он не завинчивает кран на кухне, он не делает там дырку в земле для картошки, или там не подвязывает лозу, не пьет пиво, он полубог, он весь в бриллиантах улетел. А регбист, он все это делает. И вот как-то это вот на этом надо играть, что и тогда это объединит нацию. Мне нравится все, что объединяет нацию. Ну, спасибо большое. И вот от ваших слов чувствуется, что все-таки регби у вас в душе, в сердце живет, что вы так хорошо говорите спасибо именно вам. На эту тему. Поклон успехов вам. Всей Северной Пальмире, уважение мое. Да.